Здравствуйте, дорогие мои зрители! Я приветствую вас в очередной раз на канале «Римская оценка». Я размещаю свои ролики на платформах YouTube, Рутуб и Яндекс.Дзен. Кому где удобно, можете там их и смотреть. Кто не подписан, подписывайтесь. Ссылки на другие платформы будут в описании к ролику. Вот. Для новых зрителей сразу же хочу пояснить, что я не просто изучаю марки, водяные знаки на них, зубцовку, там иные какие-то чисто филателистические признаки. Для меня марка, прежде всего, это исторический документ, особенно старые марки. Вот, поэтому я стараюсь всегда полюбопытствовать, что же это такое я купил и для чего это было выпущено. Надеюсь, моя аргументация будет вам близка. Итак, сегодня я расскажу о небольшом по военным меркам, но очень важном и показательном событии из истории Второй мировой. Событие, которое нашло свое отражение на греческих почтовых марках 1944 года. Итак, порт Пирей, промышленное сердце и главные ворота Греции. Он находится совсем недалеко от столицы, от Афин. А в 1940-41 году Пирей 23 раза подвергся налетам итальянской авиации. С 6 апреля 41 года на помощь итальянцам пришли немцы, то есть фашистская Германия. Вот, немцы за 20 дней совершили на этот порт 55 налетов, то есть по 2-3 налета в день. Вот, но, однако, выяснилось, что это были не самые страшные налеты. По своим результатам, самым страшным налетом стал налет союзной англо-американской авиации 11 января 1944 года. Через 5 месяцев, 11 июня 1944 года, греки сделают соответствующую надпечатку на вот этих вот 10 своих более ранних почтовых марках. Подразделение 15-й авиационной армии США, состоящее из бомбардировщиков, вот, свободно взлетали с оккупированного итальянского аэродрома Фоджа. Вот, они взлетали и, достигнув Пирея, в течение часа бомбили его исторический центр. Вот, и вечером и ночью было еще 2 налета по Пирею. В этот раз британские друзья-освободители, значит, бомбили. Вот так, по открытым данным, в этот день, в результате вот этих бомбардировок 11 января, союзники достигли страшного результата. Значит, было убито всего 8 немецких военных, потому что остальные успели отойти до начала бомбардировки из Пирея. То есть всего 8 человек. А сколько же гражданских стало жертвами союзнической англо-американской бомбардировки 11 января? В свободных источниках у разных авторов цифры несколько разнятся. Речь идет от 700-800 до 5500 убитых гражданских в результате бомбардировки. Профессор Зисис Фотакас, он преподает морскую историю в военно-морской академии Пирея, считает, что так англо-американская авиация проводила опыты по интенсификации бомбардировок там, где были хорошие погодные условия и отсутствовала практически авиация противника.
Такая бомбардировка вызвала справедливый гнев греческого общества, и дискуссии на эту тему не утихают и до сих пор. Нам же осталась в память эта серия из 10 почтовых марок с надпечаткой «Помни бомбардировку Пирея 11 января 1944 года». В очередной раз почтовая марка, как видите, становится свидетелем исторических событий, рассказывает о них нам, филателистам, спустя много лет. Да, марку выпустила, значит, пронемецкая греческая администрация, конечно же, в пропагандистских целях. Конечно же, я соглашусь с этим. А греческое же государство за все прошедшие годы не удостоило память жертв этой бомбардировки ни одним памятником. Такое вот всепрощение сильных англосаксонских сюзеренов и такое равнодушие и трусость по отношению к собственному народу. Как же и сейчас, ну, все это актуально. А у меня на сегодня все. Выводы делать вам. Я же желаю всем вам ярких коллекций и редких экземпляров. Будьте любознательны и до новых встреч!